Приветствую на канале AsmodeePlay. Мы играем Чужой против Хищника 2. Мы играем за Хищника. Блин, я вот не знаю, я вот по идее должен был еще где-то взять диск этот летающий, который где-то я, короче, его не взял по ходу дела. Надо, может, где-то посмотреть в описании. Блять, еще и меня как-то открыло неправильно. Так, минутку. Смотрим, что у нас здесь. Может, с трупа что-нибудь подобрать, где-то этот диск можно будет снова. Так, ладно, сохранились. Не в ту сторону выплыл. Так, второй режим ведения. Так, обнаружил отличительный энергетический признак чужих. Вот этот. Вот этот. Блин, как же тут все как в термальном источнике. Вон они. Блин, они меня загасили. А я-то почему помер? Какой-то яд, что ли, был? Вас убили. Ладно, давай-ка еще попробуем разок. Так. Как я понял, драться с ними бесполезно. Так. Хотел их не бошки, правда, пособирать. Так, ладно.
Так, сохранить. Куда, ой, куда, правда, я иду, я сам еще пока не знаю. Так. Бля. Что-то не очень-то помогает. Да потому что я не туда бегу. Блин. Ни хрена себе, вас убили. Видимо, попал-то туда, куда надо. Так, невидимость на чужих не действует.
Ну давай. Чужие-то вполне здесь могут ходить. Мне кажется, их термальные источники эти не берут нисколько. Мне бы знать, мне-то куда идти. Понимаю, круг дал вокруг озера. Ладно. Ладно. Ну, блин. Так, сохраним игру. Блин, его знать, куда мы идем, но мы куда-то продвигаемся. Черепов чужих еще пока не насобирал. Попробуем его схватить. Раз двое было. Вот так вот. Thank you.
Вас двое было. Причем это были то ли хищники, то ли чужие с хищниками скрещены. Черепа подобрал. Сохраним игру. Так. А мне туда надо вообще? Нет, не надо. Так, те, наверное, были помесь чужого хищника. Не хочу, чтобы со спины мне что-то прилетело. Не помню даже, чего ожидать-то мне. Как молоды мы были, как давно все это было. Господи, если бы я вас не подобрал, как бы я играл бы тогда далее? Но туда точно нет. Вот сюда, что ли? У меня путь пролегает. Это кости какого-то животного. Смотрите, какое большое животное было. Я не понял, тут камнями завалено. А куда мне здесь идти? Туннели-то для кого, для чего прогрызены? Я понять не могу.
Мне сюда? Что здесь? Блин, я немного даже приочковываю здесь. Подождите, я отсюда вышел, я яйца здесь погубил. Иду в туннель. Этих всех перебил. Иду. Так, туда я пока не захожу. Все, теперь начинаю сюда заходить. Во. Минутку. Телефоном. О. Приятный весь сюда, не? Пойдем. Мать его. Что-то не понимаю. Так. Подождите, я рубильник там включил. Цели обновлены. Найдите возвышенность и передайте сигнал своему клану. Блин, меня держали. Я, кстати, тем играю хищником, которого держали в плену. На которого я и пехотинец смотрел, и чужой смотрел, когда я играл. Своего рода я пересекся сам собой. Что не так? Ну-ка. Блин. Пока время есть. Сохраняем. Ну, я думаю, тут где-то концовка должна быть. Так. Они там через стену правильно прошли, правда, тут должны быть заборы такие. Ну нет, они чужой уже. С лифта я пришел. Получается, эта площадка так не для меня. Так.
Это запустить надо. Тут чужой порушил все, да? Это типа как я и тому подобное, или нет? Клетки, смотрите, стоят. Что-то я запустил. Понятно. Пойдем наверх, посмотрим, что у меня получилось. Ворота я не открыл. Воротам тут там тоже никаких этих сигналов нет. Что мне там пишет? Работа. Не будем отвечать. Так, подождите, мне надо подобраться. Так, найдите возвышенности. Так. Возвышенность наверху, что мне подземелье-то теперь делать? Я же что-то запустил. Где-то какую-то энергию. Только где и какую? Пока еще не нашел связь. Где-то турбина какая-то работает. Может, я не что-то не то смотрю. Но мне кажется, вот эти ворота должны открываться. Так. Ага, так. Обнаружен с ошибкой, невозможно подать враждебный сигнал, запущен протокол. Так.
Да ёж твою мать! А чё ты встал, Толк? Мне интересно, а чё ты встал? Так, получается, мы идем сюда. Блин. С этим мы разобрались. Я даже не знаю. Ну давайте попробуем сохранить вот с этим оружием. Вот здесь, по идее, сохранять-то игру надо. Загасил. Вот так. Мать его, вы что, исчезаете? Так, ладно. Вот, собрали. Сохранить игру. Видите как? Блин. Копье хоть и мощное, но, блин,
ним пока навоюешься, тебя уже 10 раз убьют. Блин, вроде жара, плюс 37. Какого хрена тут? Проходим, да. А, во, мне диск отдали, наконец-то, нахрен. Верните свою маску, чтобы восстановить свою честь. А я какую-то маску... Или это не моя маска? Пойдемте за своей маской тогда. Чтобы честь свою восстановить, ёб твою мать, еще. январь 22-31, так, 13:50, инцидент, 6 недель. No, sir. Нет, сэр. He was a good man. Он был отличным парнем. He might not be dead. Возможно. Damn it. Проклятие, мои лекарства, грёбаный черный рынок, последняя партия была дерьмовой, каждая поставка хуже предыдущей. Это адреналин, генерал, он снижает эффект. Нет, это сделает меня медленным. Я должен быть бдительным. Сигнал, но он не похож на наш. Частоты и манипуляции полностью отличны. Конечно, потому что я бы послал сигнал. Введите команду, как вы найдете хищников, генерал. Они найдут меня. А, так вот у кого маска, да? Все, понял. Цели обновлены. Найдите свою первоначальную маску и преследуйте... Подожди, я не понял. А, вот. Вы мне вообще насрать не нужны здесь. Так. Блять, вообще не то. Не то. Проводим опять манипуляции.
Так. Station 6 is reporting a breach. Let's double up on... Блин, вы что сделаете мне, людишки сраные? Кстати, на людях почему-то больше зарабатываю, чем на всех остальных. Охренеть, это что было? Понятно. Все понял. Охренеть, блядь. Так, сохраняем. Так, понятно. Блин, блинский. Thank you.
Так. Восполняемся. Жатецкий гусь. Ну что, у меня еще одна есть. Ладно. Сохраняем. Так, как я понимаю, мне туда ехать надо. Вот оно. Да, это не Макс Пейн. А где тут башка-то была? Ладно. Сохраняем. The excavation is still a go? That's the orders. If anything, they seem to be in more of a rush. I thought I heard something about a large-scale collection op. I saw combat synthetics. Jesus. No. Так. Дерутся против кто-то, против кого-то. Ладно, сохраняем. Минутку. Не думал, у нас проход какой-то есть. Сохраняем. Неизвестно, куда мне сейчас идти. Пробую эту, что ли.
Заблокировано. А, я отсюда вышел. Прошу прощения. Я отсюда вышел. А здесь и нету ни хрена. Сюда. Вот сюда, видите? Блин, минутку. Так, тихо. Сохраняем. Так, сохранить. Загрузить. Понятно, тут хищниками все заражено. Ой, хищниками. Чужими. Метаморфы, да? Их называют. Если не ошибаюсь. Чужие были. Так. Так, а меня-то кто захренакал? Ничего себе. А, так вот здесь можно и не стараться так сильно. Даже череп собрал. Так, сохраняем. Просто даже не знаю, чего ожидать.
Так, все понятно. Давай по-быстрому разберемся с вами. Смотрим, что он предоставляет. Заряды энергии мне нужны. Так. Маску надо вернуть свою, блин. Охренеть! Блин. Что-то не совсем понимаю.
Так. Энергия бесконечна, это прикольно. Вечный кайф. Так. Понятненько. Так. Что у нас здесь? Понятненько. Придется сюда тащиться. Все-таки прошел куда-то же. Трофей. Sir, your medication. It is nothing. Ваше лекарство. Ничего серьезного. Следите за детектором. What are they? They are sadistic. Они садисты, как дети, like охотятся за насекомыми. Motion. Go now. No, sir. We will not Нет, сэр, мы не оставим вас умирать. Не волнуйся, Чеков. Это моя битва. Будь здоров, мой друг. Be well, my friend. Yes, general. Да, генерал.
I have something that belongs to you. Так. Понятненько. Блин, по каким-то катакомбам лажу. Идем по проводу. Где? Что-то взял. Ну давай. Пойдем далее. Смотреть, что ты для меня припас. Подождите, так я получается, ага, кругом обошел. Все-таки где-то. Здесь это все решаться должно. Выпрыгнуть я не могу. Не так? О. Что у меня здесь? Да, я понимаю. Здесь я уже всех размотал. Давай.
Да, твою мать. Загасил. Шустрая тварь. Да, мне вот аптечки никто не поставит. Где? Куда иду? Подождите, а я здесь был? Пипец. Это как понимать? Чё, блядь, за лабиринт такой у вас? Так. Так, что нас здесь ожидает? Еще пополняем, мы заслужили.
Сохранить. А что ты делал-то здесь? Оборудование. Блин. Так. Понятно. Мне что, добежать до него? А, нет, смотрите-ка, все. А я уже думал добежать до него и посохом по голове. Ну, я так понимаю, сюда мне, наверное. Thank you.
Мать твою. Усталость или охота придет вам. Да в твою мать! Ну-ка, давайте-ка посмотрю до конца ли я. Я до конца, так. Лечить Я не могу эту большую бошку забрать. Так. Надо подкачаться. Сохранить. Ну, сейчас-то полегче должно быть, да? Сейчас даже если мелкие выпрыгнут, я от них отстреляюсь. Так. Опа, куда-то пришли. Сохранить. Какие-то коммуникации я встречал таких, как ты. Вы не смогли убить меня. Я видел тебя без твоей маски. Я тебя не боюсь. Так, что за бредятину ты мне там...
Так. Я как помню, тут улей какой-то королева должна быть. Ладно, надо до нее идти. Так. Нет. Так. Главное не заблудиться здесь где-нибудь. Своего рода какое-то это испытание, что ли? Так. Вот так вот. Дошли. Его. Ты слышишь это? Жуки идут за нами. Мой костюм защитит меня. Чего не скажешь о тебе. Иди нахрен, жуки. Блин, вот тебе и попытался бошки собрать. Ладно. Спокойно. Так. Лечимся. Сохраняемся. Куда-то мы идем. Спокойно. Сейчас
Сейчас восполним здоровье. Так. Ну-ка еще разок. Не хочу какой-нибудь каким-то половинчатым быть на финальном боссе. А, кстати, за хищника, мне кажется, интереснее всех, да, проходить? Потому что за человека слишком обычно, за чужого там тоже как-то не то. Вот так вот. Даже разбираться не хочу, что такое. Так, мое универсальное оружие, значит, пятерочка. Так, развилка. Куда надо? Я тихо там. Блин, они какой-то улей строят. А чем они все это делают? Тоже вот интересно. Минутку. А в первой части, по-моему, хищник не мог так прыгать или мог? Так, не понял.
куда мне? Туда надо. Соседнюю. А эти не руси, блин, свои. Ара нахрен. Айла, бэ-бэ-бэ. Не надо мне тут. Куда иду? Непонятно. Вон туда мне надо, наверное. Его. Смотрите, неплохо, неплохо пока. В этом улье, да, потеряться можно. Здравствуй, кот. Блин, тут посохраняться почаще надо, чтобы потом не проходить эти длинные пути. Можете, конечно, на быстром сохранении сделаться. Но у меня тут быстрое сохранение, это получается прерывание записи. По умолчанию F6. Так, было нападение, значит, на меня, да? Значит, я куда-то сюда правильно иду? Только я понять не могу, куда мне тут идти-то? Блин, хоть какая-нибудь лестница была бы.
Так, ладно. Может, нам сюда? Его. В угол загоняет. Вот меня погоняли знатно. Бошку не собрал. Так. Они откуда-то отсюда вылезали. Я уверен, что мне надо сюда. Я так думаю, где-то что-то глюкнуло. Thank you.
Блин. Так, а в чем тут проблема-то заключается? Я понять не могу, блин. Вас убили. Ладно. Что-то заело у меня тут. Я уверен, что это туда надо. Твою мать! Только вроде все хорошо закончил, нахрен. Вас убили, мы знаем. Что? Ходи давай. Сейчас, подожди. Получается, два заряда мне туда надо раздакать. Вот перекот. Пополняй.
Фух. Теперь все правильно. Собираем энергию, пополняем. Нет, финальный босс будет сейчас. Ну, где-то здесь должен быть падла. Глюки вот маленько. Ох ты! Ни хрена ты меня! Ты меня что-то быстро разбираешь. Блин, он меня разоблачил, ладно. Теперь, по крайней мере, я знаю, как с ним бороться. Вот так вот. Жмите левую правую мышку, и все нахрен замедляет и расхренакивает его. Забираю свою маску, возвращаю свою честь. Так, не понял. А, позвоночник ему вырвал. Правильно. Предупреждение системы безопасности Valiant Unity. Дата 12 июля 2231. Вчера утром наш главный ученый, работающий над сверхсекретным биологическим оружием, был похищен из своей каюты на внешних воротах. Через 30 минут жена главы нашего отдела на заводе в Новой Бразилии сообщила, что ее муж не вернулся с ежедневной игры в гольф. К концу дня подтвердились еще 3 похищения и 2 сообщения о пропавших. По общему мнению, эта внезапная деятельность не совпадает, а хорошо организованная операция, эксперты, ну и тому подобное.
О, смотрите, и за хищника мы тоже прошли. Получена удаленная передача, ускорение исходящей отправки, выбор маршрута. Курьер нанят, пакет в пути. Время прибытия неизвестно. Миссия выполнена. Требуется извлечение, приоритетный статус. Я как понимаю, они хищника, хищника чужого везут. Падлы, кого-то заразили уже. Ну и все, как видите, разработчики, разработка. Вот мы прошли за всех трех. Что ж, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Ну, тем не менее, я считаю, за хищника самая интересная игра, да, потому что у него разнообразие. Что ж, пока. Увидимся в следующем видео.